Вот у нас сколько народа, предпраздничные дни стоят. Просто все заполонено. Это сейчас 3 часа дня, но с самого утра. Вчера я выехать вот отсюда не могла. Заехала после работы. Буквально это было около 11 часов. И все улочки, все подъезды, все было забито. Не проехать, не пройти. Сегодня пошла пешком. Думаю, и прогуляюсь, и заодно что-то куплю. Надо было коту корм купить. Вот, на машине это, ну, в общем, ехать, парковаться, пролазить, протираться, ждать, пока выйдешь. В общем, очень все сложно. Это сегодня 23-е. 24-е еще рабочий день, половина, по-моему, дня. 25-е уже все будет закрыто. Никто не будет никуда ездить. Все, общественный транспорт, все закрыто. Какие банты на дверях стали вешать. Модное украшение сейчас. Вместо веночков. Так вот. И дул ветер у нас, такой штормовой ветер дул прям вот несколько дней, наверное, да, если не неделю целую. Лил дождь, ветер дул, бины у нас по саду валялись, летали. Надо было положить их на землю, чтобы их не мотало ветром. Вот. И сейчас вот утихло все, я пошла пешочком прогуляться. Сколько машин. Когда мы приехали из Лондона сюда первый раз смотреть дом, это было в 5-м году, в 4-м, наверное. Нет, в 5-м. Как быстро тогда все покупалось, продавалось. В смысле домов. Мы приехали дом смотреть. И мы удивлялись, что после Лондона здесь вообще тихо. Ни машин мало совсем на дорогах. Очень было тихо. Вот и сейчас. Не проехать, не пройти. Очень много машин. Ну и власти начинают, конечно, борьбу с этим. Все загружено, все дороги начинают уменьшать скорость до невозможного на дорогах. Парковки дорожают, ну и так далее. Все, сейчас все наберутся всего. И буду 25-го сидеть дома, распечатывать подарки, есть индюшку. Так как мы индюшку не любим, мы вообще Крисмас не отмечаем здешний. Свой-то не отмечаем. Вот, ну как бы никуда не поедешь, не пойдешь. Какой красивый вот этот дворик, мне нравится. Такой чистенький, такой аккуратненький сделан. Заборчик покрашен, серые медводы, что я прошла. Дома все, ну не все, меньшинство в огнях, конечно. Все это уже денег стоит. И не все украшены дома. Мы тоже в этом году не расстарались, не чуть-чуть огоньков повесили и все. Вот, погода такая. Сегодня еще дул ветер с утра. И я всю ночь спала, как убитая. И никак не могла проснуться. Я так долго очень редко сплю. Практически у меня такого не бывает.
что много часов. И пошла домой, вот прогуляюсь. Огоньки как. Ой, как красиво. Немного и в то же время по всем кустикам в одну линеечку. И красиво. Ну, хорошо прошлась. Красота. Да, спрашивайте у меня насчет онемения моих зубов. Да, онемение не прошло еще. Я уже проконсультировалась не только с турками. Вот, все говорят, что нервы не задеты, но очень близко. Имплант поставлен какой-то возле нерва, и, возможно, поэтому онемение. Вот, кто-то говорит, что пройдет, но как бы дольший срок нужен, там 3-4 месяца. У меня прошло только полтора. 1 числа будет 2. Вот, и как бы оно и не сильно вроде онемение, но в то же время все равно чувствуется иногда, как будто вот током, как трогаешь губы, и оно как будто током как-то вот так вот отзывается. Ну, видимо, все это много удалено, возраст, все это сказывается. Еще если близко поставили, чуть-чуть не задели имплант, тоже сказывается. Вот, поэтому не знаю, шепелявлю, конечно, надоело, но терплю, что делать. Вот, Сережа говорит, зубы поставят, не будешь так шепелявить, даже если будет онемение. Ну, что я могу сказать? Надеюсь. Вот одно могу твердо уже утверждать, твердо говорить, что такие большие центры не ездите. Мой совет, потому что там конвейер. Доктор, вы не знаете толком. Все разные вам делают, как говорится, как у Райкина. Один пришивает, другой подрезает. А за дикцию никто не отвечает. Вот типа того. Поэтому... А есть клиники, но у меня, я говорю, у меня почему получилось, у меня зигоматики, поэтому импланты, то есть скуловые, а их редко кто ставит, не все далеко в клинике это делают. И почему я решилась на это, потому что все мне предлагали, остальные предлагали наращивание, но у меня уже там наращивать было бессмысленно кость. Она бы у меня все равно со временем радуга. А, декабрь радуга. Со временем, ну, в общем, вылетели бы у меня простые импланты. Надо было все равно возвращаться ее скуловек. Поэтому так получился этот центр. Вот. А так я не советую такие большие центры. Категорически. Такие дела у нас. Предновогодние дни. Денечки. Мы уже отдыхаем. Нам красота. У нас новогодние каникулы всегда. Длинные. Целый отпуск практически. Вот. До 2 января мы уже отдыхаем.